Их сотрудничество длилось 3,5 года. Устраивало ли всех работа и результат, пока следствие не разглашает такие подробности. В Минске мужчина подозревается в использовании занятия проституцией. По данным СК, водитель такси в июле 2015 года подвозил девушку. В ходе разговора узнал, что красавица оказывает услуги интимного характера за вознаграждение. Таксист, вероятно, зная рынок труда в этой сфере, предложил сотрудничество. Он рекламирует ее услуги своим пассажирам, а она, в свою очередь, отдает ему часть прибыли в размере $50 с каждого клиента. Деловые отношения между 50-летним мужчиной и 30-летней девушкой длились вплоть до января текущего года. Октябрьским городом Минска районным отделом Следственного комитета сейчас проводится расследование. Действия подозреваемого мужчины квалифицированы по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Создание условий для занятия проституцией, использование занятия проституцией.